Приветствуем всех любителей футбола. Стартовый матч четвертого тура МЛБ первой лиги в Красноярске. Встречаются, соответственно, Енисей и московский Велес. Команды будут набегать на левый фланг. И туда следует заброс от одного из защитников. Знакомый Артему Горлу по работе в команде «Знамя труда» в прошлом сезоне. Момент у Енисея между тем. И открыт счет в нашем матче. Александр Масловский врывается в штрафную и становится автором гола, если я правильно понимаю. А пока в атаке Енисей. Масловский снова подключился. Ломакин. В штрафную заброс. Опасный момент. И Малтининов делает счет 2-0. Не было положения вне игры, как мы видим по реакции бокового арбитра и главного. Ну и Илья Малтининов оправдывает свое появление в стартовом составе. И то Артем Сергеевич Горлов, главный команды. Ой-ой-ой-ой-ой, какой момент! И мяч в воротах. Вот это вот уже ошибка. Ошибка от Александра Масловского. Такая не самая акцентированная скидка назад получилась. И Ираклий Логово. Как, может, появится или нет? Не успел. Подача. Да удар даже мы видим. Угловой зарабатывает Енисей после спасения от Николая Рыбикова. Именно такая формулировка. Смотрим. Да, действительно, Масловский бьет. И сейф Рыбикова мы видим. На угловой указывает сейчас. Ну, а у нас финальный свисток, который возвещает о второй победе Енисея в новом сезоне.